пойти поснимать вам. Здесь парковочку поставил машину. И соточка в час, то есть минимум 100 рублей за парковку. Поэтому я не езжу в Анапу, берегу средства. Чтобы вы понимали, парковочных мест здесь нет. Новороссийск, где я всегда стоял, все забито. Вообще, ребята, красота, конечно же, вокруг нас. Мы находимся в центре Анапы, и все великолепно. Вот знаете, всегда слышал о том, что в Турции чистота, красота, вот в Анапе все плохо. Но вот мы тоже в центре, тоже курортная жизнь течет, и здесь вот чисто, красиво, лавочки, мусорки стоят, фонтанчики. Говорят, вот сейчас меня знакомые в Турции находят и присылают фотографии. Говорят, идешь с центральных улиц, прогулочных, и там везде валяется мусор, везде печаль. Я не был, не знаю, но вы же там отдыхали, все нахваливаете, так вот напишите. Правду он говорит, и фотографии присылает, или все-таки врет? Или просто, знаете, когда вот наши даже ездят туда, и местные, так сказать, ну, просто хотят там видеть красоту, а здесь только, ну, все плохое замечают. А я люблю Анапу, потому что это мой город, и лучшее место в мире, честно, нету. И хочу, чтобы он был еще лучше с каждым днем. Итак, всем здравствуйте, меня зовут Юрий Азаровский. Мы находимся на площади перед администрацией. Здесь у нас поющие фонтаны, и сегодня у нас на обзоре центральный пляж Анапы. Мне вчера прислали, показали, что здесь уже более-менее чисто. Так что идем смотреть с вами, какая красота здесь нас ждет. Виды какие шикарные, люди фотографируются. И город наполнен по количеству парковочных мест, конечно, по их отсутствию. Это говорит о том, что приехали очень многие на машине к нам. Не обращайте внимания, что сейчас не так уж и много людей. На улице плюс 35. Это просто жутко жарко. И люди просто прячутся по домам в тени, так сказать, под кондиционерами. Ну и думаю, что на море тоже будет достаточное количество отдыхающих. Это наша прогулочная улица, называется Горького. И мы от администрации сейчас будем попадать непосредственно в парк аттракционов 30 лет Победы. У него прошло переформатирование, но в ту сторону можем пройти к Дому культуры Родина. Там у нас находится арт-авеню с изделиями ручной работы от жителей нашего города, ну и района. И здесь теперь мы выходим. Самое, наверное, посещаемое место – это аквапарк. Этот аквапарк самый лучший в России, я думаю, на Черноморском побережье, 100%. И, ну, я смотрю, что там, ну, не сильно большие очереди, но присутствует, то есть людей, и там достаточно много. Мороженое продают, наш символ – белая шляпа города курорта Анапа. И вот теперь такой простор и уют здесь. Высадили сосны. Еще не хватает, конечно, для большего удовольствия и здесь, по центральной аллее. Скамеечка, но мусорные баки поставили, фонарики, ну прям очень классное благоустройство сделали. Парк действительно стал современным, то есть вот центральную отель, аллею ничего не загромождает. А если вы хотите посидеть, пожалуйста, отходите к аттракциончикам. Вот там вот так вот расположили в правой стороны магазинчики, и там вот игротека огромная, то есть здесь с той стороны детский аттракцион. Мне кажется, прям сделали, ну, очень классно. Пишите обязательно, как вам красота. Себя чувствуешь, как будто в городе-курорте. И у нас здесь сколько детей, сразу такими организованными. Ну, привет-привет. Прогуливаются по Анапе. Шикарно. Есть на прокат такие вот машинки. И мы сейчас выйдем к морю. Вот там вдали, например, смотрю, такое лазурно-лазурное. Нас интересует, конечно, как возле берега будет выглядеть. В аквапарке сейчас идет анимация. Звуки, конечно, трудно, все прям вообще. Ну, конечно, честно, вот непривычно, да, так видеть. Как будто все пусто, людей совершенно нету. Но я надеюсь, что все-таки это причина, что жара. Потому что действительно нереально жарко. С правой стороны у нас Ласковый берег один, с левой стороны просто Ласковый берег. И мы выходим на улицу Набережная. Туда у нас двухъярусная набережная пошла. И с этой стороны прогулки в сторону речки Анапки можно прогуляться. Хорошая прогулочная зона. Ох ты, ёшкин-кошкин. Посмотрите, что творится на центральном пляже города-курорта Анапа. То есть выход именно от администрации. И тут просто некуда, наверное, даже прилечь будет. Вот они, где все спрятались-то, люди. Шел, думал, и все лежаки проданы, ребята. То есть все места заняты. Вот это, вот тут просто идешь и сразу в людей впихиваешься. Вы поглядите, что происходит. Вот все наши отдыхающие. Знаете, тому чему причина? Вот нас говорили, что все плохо-плохо, но пришел шторм и утащил все водоросли. Вы можете видеть, сколько там в море людей сейчас на отдыхе и сколько их здесь. Ну, по-моему, сказать, что это шикарно, ничего не сказать.
Просто великолепная красота, и мы желаем всем людям хорошего отдыха. Почему этот пляж называется лечебным? Потому что здесь в основном все пляжные зоны принадлежат санаториям, которые находятся в Анапе и являются, наверное, градообразующими у нас. Потому что у нас никаких заводов, производств нету. Когда мне говорят, иди работай на завод, нет заводов, ребят. Я работаю в курортной сфере, как практически, наверное, и все 90% жителей нашего города. А те, кто даже не думает, что они не связаны с курортом и не зависят от него, вы глубоко сомневаетесь. И вы можете видеть, что вот эта вот зона, она сдается в аренду, тут можно снять лежаки, а вот туда дальше, вот за заборчиком, это, допустим, пляж санатория «Мотылек». И вот в этом году хорошие такие большие расстояния есть. Тут на самом деле пляжи узкие и требуют там полноценных 20 метров не стоит, но хотя бы сделали так. Сейчас вот на пляже там практически никого нет, потому что все, наверное, ушли на обед, а здесь мы с вами спокойно можем прогуливаться. Можно отметить, что даже вот самая проблемная зона, вот здесь как угол, сейчас в Анапе, здесь нет никаких запахов, люди с комфортом отдыхают и купаются в море. Можете увидеть, что немножко собралось водоросли, но они без вони, то есть вполне себе нормальный комфорт. Есть массаж, переодевалки, и тоже вот эта зона лежачков сдается в аренду.
Да, очень приятно видеть отдыхающих людей. Сейчас вот жара прогнала отсюда всех. Вот было бы классно, если бы здесь высадили бы деревья, хотя бы немножечко, чтобы они создавали тенечек. И раньше вот скамеечек люди очень просили, но мы их так тут не увидели на этом парапете. А было бы тоже шикарно приходить сюда, созерцать, потому что виды, конечно, вы сами видите, какие здесь восхитительные. В общем, всем хорошего отдыха желаю. Счастья, радости, чтобы парковка не набежала больше часа, я побежал обратно в машину. Не забывайте лайк, подписывайтесь и хорошего всем настроения. Ну, все отдыхающие, несомненно, радуют. Потому что просто так тюленят классно, идешь, завидуешь даже. То есть, видите, свободные места всегда можно найти. Тот, кто говорит, что там вот как селедки в бочке, нет, просто отходите влево-вправо и уже прям становится гораздо лучше. И абсолютно бесплатно. То есть, кто-то хочет там лежать где-то, кто-то на своем полотенчике бесплатно. Кто-то может свой лежак принести и сдать соседу в аренду заработать. В общем, всем хорошего отдыха, друзья.